Водород, азот, кислород и другие элементы периодической системы Менделеева Ирина Атапина за 24 года работы в школе вроде бы знает на зубок. Но по-прежнему уверена, что химия таит еще много нераскрытых тайн и загадок. Не случайно творчество химиков многие века сравнивали с работой волшебников. Предмет этот интересный, но непростой, говорит Ирина Михайловна. Она даже самые сложные темы пытается донести просто. Во время ответов они никогда не встают. Мы работаем сидя, отвечаем в беседе на какие-то вопросы. И, ребята, если не понимаете, я всегда прошу, выйди к доске, покажи мне конкретное место, где я не понял. И, значит, ему это доступно, я тут же объясняю еще раз. Нужно еще раз? Еще. И поэтому они не боятся выходить к доске, это самое главное. То есть у нас идет вот все на доверии, на сотрудничестве. Пробирки, спиртовки, опыты, даже самые неподдающиеся сдаются перед энтузиазмом опытного учителя и начинают любить уроки химии. Интересно увидеть, как, допустим, протекают эти реакции на самом деле. Вот мне больше нравятся всякие разные лабораторные работы. То есть все равно хочется все увидеть, все потрогать. Ирина Михайловна помогает, как бы объясняет очень наглядно. То есть даже я, который не понимаю химию, как все равно что-то откладывается в голове после уроков. Сейчас Ирина Михайловна классный руководитель в двух классах, 7-м и 10-м. И в то же время завуч школы, скучать не приходится. А дома ее ждут муж, два сына и совсем маленькая внучка. Марина Матвеевична, Владислав Манин, ГИС-события.